становилось все больше и больше. Страх было все больше. Понимаешь, ты живешь в городе, там где живет волк. Точнее, образ, который ест всех подряд. И что это? Он где-то здесь, это ясно. Что-то не так. Чувствую. Что-то странное происходит. Я нарвался на работу, там, где нужно уничтожать. Мне было страшно, мне сейчас стало страшно. Сердце все больше и больше бьется. Понимаешь, что каждую секунду это может тебя наброситься, съесть, напасть. Что-то у меня так. Я должен понять, где он. Быстро все. Не знаю, кому сегодня. Я попал в территорию несколько раз. Ощущения не из приятных. Все больше и больше. Но непонятно, где она. Может быть там, может там. Каждый раз терроризирую всех. Еще раз подозреваю территорию, я понимаю, что его нигде нету. Рядом. Дача не из легких. Найти самого в городе. Смотрю каждого человека, всю улицу, и не мог никого найти. Не понять, куда он смог. Очередной раз проискивает территорию, понимаешь, что я не могу его найти. 10 минут. А, что с тобой? Привет! Такой чего? Черт. Итак, всем привет, с вами Спанч Боб, и сегодня мы играем игру под названием Лукен. И в этой игре нам это симулятор поиска оборотня. В этой игре нам предстоит найти и убить оборотня. Я как бы смотрел, там люди много снимают всякие симуляторы, решил тоже про симулятор поснимать немножко. Как узнать, кто здесь воров и оборотень? Первое, это если рядом звучит вот этот звук, который вы сейчас слышите. Второе, это если вы видите на тени как глаза, И третий признак, это если у него увидите хвост. Вот тут видите глаза. Вот видите, там в тени глаза. Это Вэрэбург. Давай, почему ты не попадаешь? Все, он умер. Я почти умер, но я его смог убить. Игра пройдена. Все монстры были убиты. Так, в этой игре мы можем узнать опции. Можем все выпить. Фулскрин, у меня уже так фулскрин. Игра, кстати, немножко, ну как видите, игра пиксельная. Все довольно-таки прикольно. Стиль и музыка довольно-таки прикольная. Надеюсь, эта музыка меня не заглушает. Правила игры... А, нет, to play. Это двигаться. А, еще мертвые могут быть подсказкой, то, что рядом Мэрэвуев. Охранники будут защищать китизнов. Это жители, короче, города. Если вы будете стрелять просто во всех, и попадете не в Мэрэвуев, и я буду полицейский, и начнут вас дубинкой. За это выстрелить, и когда вы целитесь, можно остановить, чтобы не выстрелить. Вот это все люди. Скины всех людей. Кто-то вот из этих людей может быть воровым. А, видите?
Смотрите, как можно узнать, кто Варлыв, кстати? А, это не все, там еще есть какой-то чувак другой, но это я не знаю, кто такой. Смотрите, можно узнать так. Так, вы видите, что вот здесь хвост. Здесь у него, смотрите, такие глаза. Если вы видите, конечно, мой курсор мышки показываю сейчас. Но если вы видите мой курсор мышки. А вот здесь, вы видите, в тени ничего не видно, но вот видно, что у него вот такой с глазами. Видите, у него тень в глазах. То есть там было глаза не видно. А правда, у некоторых такая тень бывает. Например, у этого вроде. Ну, давайте попробуем поиграть еще раз. Можно... Рулы сделать, ну, типа, это подсказки. Ну, можно выключить подсказки, ну, как бы, ну, что, ну, как бы, подсказки для поиска волка, но тогда его будет найти. Ну, просто, чтобы его найти, он уже будет стрелять во всех подряд. Это за сколько людей будет? Ну, где-то 50, такой маленький городок, может быть. Полицейский будет 8, жизни игрока будет 10, а волков будет 3. Такое прикольное число. Теперь мы попробуем найти Варлыв и его убить. Вот видите, сейвюсь, и можно же нажать на X. Ничего нового. Я иду по улице, как всегда. Стою в дыхании, ищу Варлыв. Он превращает каждый день всех своих успешников. Я слышу его вой. Человек странный. А вот этот чувачек. Да, не похоже, что он Варлыв. Я еще на их глаза присматриваюсь. Бегает. Как-то странно сейчас. Что, может, вот, нет. О, труп. Вот он. Видите, у него... Ой, блин. Видите, у него глазами проблемы. Да, я знал. Стреляй. Ауч. Я своих поубивал. Простите, мистер полицейский. Это нехорошо, я хочу сказать. 50 идей. Если они, кажется, все умрут, то я все пробую. Этот чувачек, когда видит, он такой. Вау, вот он, это Варлыв 100%. Ну куда он, блядь? Он... А что ты всех убиваешь? Ой, я не того с ним пройти. Миссис. Ничего не могу ему попасть. Ну! Да не туда ты целишься, чувак. Ай. Чё, меня почти не сразу все убили. Это слишком сложно. Ты странный? Нет. Вот он. Я его почти прибил, все, он боится. Когда половина жизни начинает убегать. Это сейчас вообще смешные волки, так птю. Ах, как думаете, смогу их убить всех? Попробую. Вау, вау! Сразу появился так. Вау, чувак. Полегче! Мне же неприятно, когда меня пытаются воробоев убить. Все, у всех этих половин стял жизни. А, нет, это не под маскировкой. А, у тебя случайно человек убил. Знаешь, выстрел у него вообще так и... Вот этот очень трудный стрел. Был попасть в него, видите, я же стреляю в него именно. А тень пропадает мимо. Точнее, быстро попадает. Да сразу двое набросились, нечестно, честно. Все, минус один уже. Я всех почти людей поубивал. Их же 50, их немножко осталось. Всё, сюда подздыхаю вообще нафиг. Всех их поубивай. Я все мелочи перебил. Звуки, значит, сука, тут сдох. Ну, если взять и вот взять 100 людей, туда найти Варлыва будет капец как сложно. Капец. Это слишком сложно. Одного уже Варлыва поубили. Где бы ты можешь быть? Видите, сколько это... боже мой, я уже забыл смотреть на их признаки. Хотя вряд ли прячется среди людей.
Вот ты странный, честно. Я не буду настроять. А, черт. А, вот X точно забыл, что нужно на X нажать, чтобы не выстрелить. Все какие-то странные сейчас. Ой, здесь еще никогда не было, кажется. А нет, был. Есть два человека. Не знаю, вроде бы нормально, не вижу, конечно, лица. А что, хватит вы бушем извинить? Понял, что вы хотите кусить. Я не дам вам кусить. Мне хочется убивать таких, которые стоят так столбом. Ну, может быть, нет. Буду сейчас убивать всех, кто так столбом стоит. Вот, все уже. А, нет. Вот вас поубиваю, можно? Не хочу, чтобы вы были живы. Это вообще можно быть? Не хочу, чтобы вы были живы. Почему все одеваются, как какие-то призраки, привидения? И что, маскарад, блин, под ночь. И они реально айфы такие, да, айфы, айфы. И такие, блин. Я уже не знаю, что мне говорить. Вот он. Сдохни, пожалуйста. Ну, умри. Ну, почему? Почему я не попадаю в него? Ну, что такое? Я не выстрелил сзади. Куда я сейчас летел вообще? Ой, черт, прости. Давай, получи. Нет. У меня всего лишь одно хпшка, но это слишком мало. Ну почему через стрелы летят? Через него, блин. Давай, ко мне. Ко мне. Фас ко мне, блин. Фас. 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 Ага, собачка. Ну и что мне делать? Я не хочу туда идти. Это я рискую своей жизнью туда идти. Давай, ко мне. Фас. Сволочь. Не хочу жить. Давай. Ай. Убит! Последний остался, это будет еще долго его поиски. Происки, проныры, блин. Мне вроде бы нормально. Что ты ноешь? Нояндра, блин. Трояндра. Кто из них может быть Лэри Уифом, блин? Вот пока прицелишься, пока попадешь, уходит мимо времени. Вот, 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 вот. Тихо, надо отойти далеко. И что ты сразу сбежал? Что ты сразу человека убиваешь? Все, я выиграл. Я все, всех убил. И на этом всем хочу сказать. Всем... Спасибо за вас. Кстати, надеюсь, моя, меня музыка это не заглушает, поэтому я хочу сказать всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет Спанч Боб, и всем пока.